Задали мне вопрос. Дайте какие-нибудь общие рекомендации по тому, как быть здоровым. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Сергей Смоляков. Я являюсь специалистом в области здоровья, натуропатии, витаминов, питания. Общие рекомендации – это, скорее всего, слишком обширный вопрос. И здесь так не обойдется коротенькими рекомендациями. Но что бы я хотел сказать – это обратить внимание на сейчас, в настоящее время, что сейчас вы можете сделать в отношении своего здоровья. Во-первых, сейчас лето. И сейчас огромное изобилие фруктов и овощей, более-менее живых, по сравнению, допустим, с той же зимой, когда у нас, ну вот в данном случае в Москве, здесь вообще совершенно пластмассовые огурцы, помидоры, и есть их невозможно. Друзья мои, ваш рацион для здорового существования должен, ну, минимум на 50% состоять из свежих фруктов и овощей. Сейчас это сделать гораздо проще, чем это сделать, например, зимой. Поэтому пользуйтесь, дорогие друзья, сезоном, насыщайтесь витаминами. И, ну, допустим, вот я могу о себе рассказать, да, дыни, арбузы, какие-то фрукты, которые сейчас действительно в изобилии, даже не то, что там на рынках, мне из деревни привозят и так далее, да, ну и на рынке в том числе, они более здоровые. И у нас каждый день, ну, практически дома, вот, в семье, на столе дынька. Сейчас колхозницы отошли, начались какие-то новые дыни, неважно. Второй момент. У кого есть возможность выехать на дачу, куда-то за город, собирайте травы. Сейчас такое изобилие трав в полях. Я вот выпустил пару роликов, ссылка на них будет внизу. Собирайте травы. Собирайте травы, сушите их, заготовляйте впрок. Это все натуральные продукты, которые обладают силой больше, чем искусственно созданные фрукты и овощи. Да? То есть какая-нибудь там крапива, которая растет в поле, она борется за свое выживание и имеет силу жизни гораздо выше, чем таблетка, содержащая железо, например, которую вы купите в аптеке. Ну, там, я не знаю, беременным нужно железо, да, для формирования здорового плода. Отвар крапивы гораздо более натуральный, полезный и содержит не меньшее количество железа, чем любая таблетка. Поэтому, друзья мои, старайтесь использовать натуропатию, старайтесь использовать натуральные средства. Сейчас есть все возможности для этого. Что еще? Летом у нас есть возможность чуть-чуть там где-то передохнуть в плане отпуска. Поэтому, если у вас есть время какое-то летних отпусков, не ходить на работу, не лежите на диване. Старайтесь использовать его как физическую нагрузку. Старайтесь больше ходить, гулять, двигаться. Потому что физическая нагрузка, как и витамины, как и хорошие полезные вещества, они тоже могут заготовляться впрок и накапливаться в вашем организме. Приобретете форму, вам легче будет справляться со стрессом, с болезнями и с другими вещами осенью. Поэтому сейчас есть эта возможность, пользуйтесь, набирайте, заготовляйте, питайтесь. Я желаю вам здоровья на долгих лет жизни. До новых встреч, друзья!